И сейчас звучит гимн «Ворталка» от Павла Грембача. Миссии быть лучше и делать лучше мир через всесторонний рост. Это вектор и главный ориентир. Поставлена задача предельная, ясный расписанный план. Вперед до следующей весны чемпионаты, фесты, туры по районам, школам, городам, тренинги, тимбутинги. Для того, чтобы добавить жару атмосфере, нужно подарить ответом аплодисменты в знак поддержки. Внимание на Брюса. Кстати говоря, этой площадке 3 июня будет ровно один год. Это самая лучшая воркаут-площадка в Украине и площадка для занятий общей физической культуры. Она инклюзивная. У нее есть безопасное резиновое покрытие. Ни единого острого угла. И все, кто живет на Победе или так или иначе бывает, здесь всегда знают, что на этой площадке нет свободного места. В любое время, когда сюда придет. Или не хочешь этот процесс, не обратим, не важно, парень или девушка, старик или юнец, когда бьются в одном ритме, уже ты свежий судьба. В своей жизни можно запросто сделать цветной коллаж, хоть летом тренировки, хоть зимой зимний пляж. Команда сильных и активных, других нет в нашем движении. Он ведь есть, тогда все у тебя вокал академии. Внимание на динамический турнир. Хотела скинуть вокал, когда тебя ради покрова. Тело скинуть вокал, качаю мышцы и мозги. Пойти вокал, это лучше лекарство от осмея. Скинуть вокал, в один день соединили все пути. Скинуть вокал, синергия, чисто видео плоти. Скинуть вокал, чисто... Все то, что вы сейчас видите. Скинуть вокал, но... Зима это, поддержка ответа. Зима это, мы можем научиться, занимаясь с нами с вокалом. Большинство наших ребят не являются профессиональными спортсменами, но тем не менее вы можете увидеть, что они могут дать фору многим профессионалам. Шуму! Где нет номера в РБС Академии? Это еще один тренер Воркаут Академии. И давайте заполним эту тишину нашими аплодисментами. Шуму, шуму! Отлично! Это участник нашего движения, который в подъемном возрасте 15 лет подает очень серьезные надежды и способен дать фору очень многим атлетам, у которых уже серьезный стаж. Поддержку атлету! Групповые элементы — это всегда выигрышный вариант. Started with nothing bigger than butter every morning. I went from 40 kills to VIP, very important. I never changed, I stay the same. Yeah, I'm good at nothing, no worse. When you fuck the fame, I got the whole crew with me, yeah. In the jungle, with no fear. Oh, I got the whole crew with me, yeah. Мы
как вы уже поняли, Twitter Fight это не только мужской вид спорта. У нас участвуют также и девушки, которые составляют достойную конкуренцию, а заодно и мотивацию для нас, парней. И поддержим ответы, поддерживаем ребят. И ваши аплодисменты. А теперь внимание. Будут избавляться динамические элементы от наших тренировок.